Наша музыка. Наша. По-разному. Тусня. Садимся под гитарку и репетируем голоса, допустим. Многоголосие, скажем так. Это скорее амплакт, и причем конкретно мы даже привязали к стилю, и все песни подгоняем под стиль именно художественный панк-рок, то есть арт-панк. Вот так вот. И сейчас мы собираемся втроем, садимся. У нас теперь Яков в качестве бэк-вокалиста более ярко будет выражен. Вот мы втроем делаем распевочки трехголосные. Теперь хорошо можно услышать будет. Да вот как бы так и очень хорошо даже, я так понял по отзывам. Энергетика такая же получилась, в принципе, как и с тяжелыми гитарами. То есть сейчас хотим избавить немножко народ, а чтобы они немножко почище музыку слушали. Тяжелые гитары, они не дают им конкретно нормально услышать, на самом деле, настоящий король шут. Потому что музыка практически такая же. Скажем так, более зрелая аудитория наша, она, в принципе, давно ожидала такого. Скажем так, то, что электричество, сколько времени, ну, как бы то ни было, как бы мы не играли, эти все распевки, они, во-первых, не слышны, и вообще все электричество у нас превращается практически в тот же самый ой, панк-ой. Не совсем дает представление полностью, что мы хотим выразить. Сейчас заканчивается как бы этап этого года, который мы считаем с сентября до сентября, и заканчиваем надолго с электрической программой. То есть вот сейчас последние идут месяца. И альбом мы запишем уже летом. Он выйдет, естественно, где-то в конце августа или в начале сентября. А в октябре мы поедем с этой программой. И все. Программу «Амплакта» мы дополним рядом вещей, переаранжированных вот в это звучание. Но даже «Амплакта» — это как-то не то, что «Амплакта», это все-таки переигрывание каких-то песен, это там больше полифонии на самом деле. То есть будет очень много инструментов. Это арт-панк на самом деле получается. А это не одна фотосессия, это делается все. По поводу первой фотосессии хочется сказать, что было очень странно. Возле Невы, возле Финского залива, обнаружен домик очень древний. Не домик, на Эрмитаж похож, такой разбитый Эрмитаж, дворец. Как будто в музей заходишь, а он нахрен никому не нужен. В прямом смысле слова, то есть вы по нашей фотосессии, вы подумаете, что мы фотографируемся в каком-то музее. А это заброшенное здание получается так. Это не музей был, это, скорее всего, мы как бы находились как будто в каком-то заброшенном графском доме. Мы давно не делали это, с 95-го, когда мы сделали «Ели мясо, мужики». Мы больше клипов-то и не делали таких, ну, серьезных. Это будет серьезный клип. То есть работа ведется большая, и где-то уже к осени. К осени уже будет конечный продукт от всего этого. То есть включая новый альбом, включая вот эти все фотосессии и разные другие штучки. Как раз вот на нашествии это будет очень интересно, что мы успеем предоставить. У нас уже одна песня есть, «Гений», песня «Злобного гения», да? Говори. А? Говори. Секрет. Сюрприз. А, сюрприз будет, да. Сюрприз с оркестром. Да, теперь это уже не сюрприз. Ну да, это сейчас как бы идет такой проект. На темы нового альбома и предыдущих песен идет работа над книгой, иллюстрированной книгой с комиксами. Комиксы по всем вещам. Привлекались какие-то художники, был кастинг. Я выбирал, а потом подумал, а что это я выбираю кастинг художников, когда могу все сделать сам. И, в общем-то, взялся за эту работу непосредственно. Будут небольшие рассказы, которые будут полностью озвучить идеи некоторых песен. Песня «Танец злобного гения», да, она немножко сокращенно и сжато получилась в композиции, и не все всегда понимают, что, о чем это, о чем суть, да. Вот, а здесь будет она изложена. Книжка будет, да? Да. Не DVD. Да, товарищ журналист. К
Она только на какой-то момент бывает любимой, там, ну, как потом-то она нахрен не нужна. Не знаю, для меня все хлам. Я люблю те вещи, которые люблю. Книжка, я понимаю, ее, она как-то еще, ну, тем более, если хорошая книжка, а все остальное хлам. Все хлам. Все надо выкидывать на помойку, чтобы шкафики были чистые. Мне если достают, когда шкафы забиты, блин, говном, блин, всяким, блин. Бесит, на самом деле. Я хочу, чтобы шкафы были всегда пустые, чтобы туда можно было залезть и спрятаться. Закончить с электричеством. Нас прет, и должно все хорошо быть, на самом деле. Вот когда будут через 2 года, 20-летие, тогда мы сыграем все, получается. Тогда и будет, может, электричество. Но это надолго, все равно. Горшок князь для наших.ру. Это было зазубренно сказано, сейчас будет более естественно. Всем привет. Горшок и князь для наших.ру. А, привет, привет. Наша музыка. Наша.